активности. Давайте, друзья, посмотрим, что происходило в городе Харькове. Город Харьков, мы видим, население почти 1,5 миллиона. Конечно, сейчас меньше, но я думаю, что миллион, все равно город-миллионник. Количество предложений. Видим 11200 объектов жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке было выставлено на продажу в декабре месяце 2022 года, что на 16,2% меньше, чем в ноябре месяце. По социальному жилью, это стоимостной показатель, видим, что недвижимость снизилась с этого класса на 0,77%, и в абсолютных цифрах это 642 доллара за квадратный метр. Если переходить к эконом-комфорт бизнес-классу, это тоже вторичный рынок, снижение стоимости за месяц достигло 0,64%, и в абсолютных цифрах это 781 доллар за квадратный метр. Первичный рынок, друзья, показывает нам ту же самую отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра. Мы видим, что на первичном рынке квартиры эконом-класс подешевели за месяц на 0,53%. В абсолютных цифрах это 562 доллара за квадратный метр. Напомню вам, что я перевел гривну, за которую продается на первичном рынке будущая недвижимость, в доллары по курсу Национального банка, чтобы на этой карте вы в одной валюте могли отслеживать процессы, которые мы наблюдаем на рынке жилой недвижимости города. Ну и переходя опять же к первичному рынку квартиры комфорт бизнес-класс, во-первых, мы видим, как сильно отличается по стоимости. Это уже 929 долларов за квадратный метр, отличается от стоимости эконом-класса. Ну и подешевели эти квартиры или будущие квартиры за месяц на минус 0,54%. Видим также первичный рынок квартиры элитного класса. Эти квартиры строятся исключительно, друзья, в городе Харькове. В других областных городах вы не найдете этого класса. Ну, то есть квартир с такими характеристиками. Видим 1523 доллара за квадратный метр. Это, ну, очень сильно отличается от комфорта и бизнес-класса, и тем более очень сильно отличается практически в три раза от эконом-класса. Ну и также снижение за месяц минус 0,33%.